Здравствуйте! В эфире телеканала «Просвещение» программа «Слово ректора» и я ее ведущий Владимир Косинчук. Сегодня у нас в гостях ректор Московского архитектурного института Дмитрий Олегович Швидковский. Дмитрий Олегович Швидковский родился 14 мая 1959 года в Москве в семье архитекторов. В 1982 году окончил факультет теории и истории архитектуры Московского архитектурного института. После этого работал в Институте искусствознания, а с 1987 года в Институте теории и истории изобразительных искусств Российской академии художеств. С начала своей творческой деятельности Дмитрий Швидковский опубликовал свыше 250 печатных работ. Благодаря этому он быстро приобрел статус ученого с мировым именем. Многие его труды изданы не только в России, но и за рубежом. В 2004 году за книги по истории архитектуры Дмитрию Швидковскому присуждена государственная премия Российской Федерации. В том же году он был избран вице-президентом Российской Академии Художеств. В 2007 году доктор искусствоведения, профессор, почетный работник высшего образования Российской Федерации Дмитрий Олегович Швидковский был избран ректором Московского архитектурного института. Огромное спасибо, Дмитрий Олегович, что пришли к нам в студию. И я хотел вас спросить. Вы родились в семье архитекторов. Я даже знаю, что ваш дедушка тоже был архитектором. Скажите, пожалуйста, в какой момент своей жизни вы приняли решение пойти по стопам своих родителей? Вы знаете, это произошло как-то само собой. У нас в семье не стать архитектором, видимо, было невозможно. Потому что, вот вы сказали об одном дедушке, но второй дедушка тоже был архитектор. Папа, мама, тетя, все родственники, друзья и знакомые. И жена тоже. И жена тоже. Все были архитекторами или художниками. А духа противоречия не было? Может быть, вы хотели чем-то другим нет, заняться? Нет, знаете, вообще человек как-то по характеру такой, может быть, не противоречивый, ну, не вступающий с другим в противоречие, стараясь как-то быть более-менее, идти на какой-то компромисс. И вот это решение было отчасти для меня компромиссным, потому что мне очень хочется заниматься многим другим. Я страшно интересуюсь там современной физикой или, например, палеонтологией, еще чем-то. И мне казалось, что вот как бы было бы, наверное, хорошо. Но с другой стороны, я понимаю, что традиция все-таки вещь очень значительная. И наш весь институт вот, архитектурный, он построен все-таки на том, что в нем преподают, учатся и потом работают архитекторами. В общем-то, люди связаны с этой профессией не в одном поколении. Какого возраста вы стали интересоваться архитектурой, историей? Вы знаете, надо сказать, что воспитывали меня в качестве архитектора очень жестко. Меня стали вывозить на объекты, что называется, или на стройку, или на исторические памятники с трехлетнего возраста. Причем это было так обязательно, не поехать было нельзя, хотел я этого или не хотел. И уже там, к времени поступления в институт я объехал уже очень много старинных построек или каких-то современных зданий. Так что это была такая суровая достаточно подготовка. Кроме того, папа был профессором нашего же института и секретарем Союза архитекторов. Он заставлял меня каждый вечер, вот после такой поездки, еще и записывать, что я видел, свои впечатления. Это даже все сохранилось. Мне это ужасно не хотелось делать. Вот я, ну, как всем детям, ну, наверное. Знаете, как, да, вот еще вот, приехал, вот хочется чем-нибудь поиграть, еще что-нибудь. Нет, ну, я должен был сесть и написать, чему я научился вот за эту поездку. Вы являетесь лауреатом Государственной премии Российской Федерации, заслуженным деятелем искусств Российской Федерации, вице-президентом Российской Академии Художеств, доктором искусствоведения, почетным профессором в университетах Франции, Англии, Китая, Швейцарии. Я ничего не забыл? Или, наверное, много-много еще других регалий? Ну, еще и кое-какие регалии есть, но я думаю, что этих слишком много. В связи с этим у меня вопрос. Ваши исследовательские интересы лежат в области истории и теории архитектуры. Скажите, пожалуйста, какое значение в мировой культуре уделяется российскому зодчеству? Вы знаете, вот
государственную премию мне дали именно за пропаганду российского зодчества в таком мировом масштабе. Потому что на самом деле, к сожалению, российскому зодчеству не уделяется того значения, которое он на самом деле имеет. Все иностранцы хотят смотреть только одно в Москве. Это архитектура русского авангарда 20-х годов. Вот только клубы Мельникова или там, дома коммуны, там, Гинзбурга или Николаева. Только эти памятники. А тысячелетнее развитие русской архитектуры, оно для вот всего мира кажется чем-то странным. И вот я в своей работе, вот не так давно я публиковал в Соединенных Штатах книгу «Русская архитектура и Запад», именно стараюсь показать, что русская архитектура является по своей сути мощной и полноценной струей в мировом зодчестве. И что на самом деле мы не развивались по какому-то такому непонятному совершенно суперсамобытному пути. На самом деле в нашей архитектуре была та же логика, что и, в общем, во всей мировой архитектуре. И особенно важно вот для меня то, что, например, у нас считается, что у нас не было эпохи Возрождения. Я глубоко убежден, что наоборот, именно в Москве сохранились наибольшее количество памятников эпохи Возрождения, наименее известных. Это какие? Это, прежде всего, Кремль. Потому что самая большая ренессансная крепость в мире – это Кремль. Это Кремль. Она несравнима, например, Миланский, предположим, главная крепость Милана, которая считается крупнейшей в Италии. Она очень маленькая по сравнению с Кремлем. Хотя Кремль был построен ломбардскими мастерами. Я ценю то, что Россия на протяжении всей своей истории умела брать самое лучшее. Ну и добавляла что-то свое, ведь очень многие здания построены и вроде бы похожи, но есть свой стиль. Ну, вы знаете, добавляла очень по-разному. Был период, ну вот вообще 20 век – это век русской архитектуры. Это все признают на Западе и как-то не совсем даже, может быть, понимают у нас. Потому что на самом деле влияние построек 20-30-х годов действительно было наших построек огромное во всем мире. И не только постройки, но и проекты конкурсные, или там павильоны на международных выставках того же Мельникова, или наши журналы архитектурные того времени, они просто ценились на весь золото в архитектурном мире значительной части 20 века. Вы имеете вот и направление сталинский ампир, да? Нет, я имею в виду прежде всего вот конструктивизм, рационализм. И вообще направление русского авангарда. Но вы совершенно правы. Совершенно великолепный, при всем там, может быть, трудностях и режима сталинского, на самом деле архитектура этого времени была тоже совершенно выдающейся. Она, как вы помните, была неоклассической. То есть они старались подражать классицизму 18-го, 19-го строгости века. Такой, да? Строгости, ордеру, колонны, определенную систему украшений архитектурных, связанных именно с ренессансом, классицизмом и, в конце концов, восходящей к античности. Но не было еще вот на нашей планете такого сильного взлета интереса вот к именно этой классической, строгой, монументальной архитектуре, как в нашей зодчестве конца 30-х, вот, начала 50-х годов. Это тоже нужно ценить.
Потому что были великие школы, там Версаль, предположим, 18-го, начало 18 века, французская архитектура, или великолепные английские усадьбы 18 века, английская аристократия, тоже в этом же вот стиле классическом. Но последний, самый крупный взлет интереса к классике был в нашей стране. И мы должны сохранить это наследие тоже. Я недавно был во Франции и, естественно, посетил Нотр-Дам. Это самый высокий собор в Европе. Какие технологии, на ваш взгляд, ведь вы же исследовали это произведение, в общем-то, искусства, применялись на тот период? Вы знаете, вот средние века часто называют темными веками. На самом деле это, наверное, не очень правильно. Во всяком случае, архитектура свидетельствует о другом. Более сложной математики, сложных конструкций, чем те, что и удивительных конструкций, и создающих поразительные архитектурные образы, чем возникали в эпоху Средневековья, просто не было. И даже архитектура авангарда, и даже самые современные, вот, в течение вот, последних лет, уже кажется, невероятные совершенно, все равно не достигают того, что сделали мастера вот, Средневековья, это называется готического стиля во Франции, в том же вот, соборе Нотр-Дам. Ведь они что сделали? Они вывернули здание наизнанку. Они конструкции вынесли наружу, а стены сделали предельно тонкими и очень высокими. Это же там 30-40 метров. И доходит до 50 метров высота вот, главного зала, главного нефа. То есть это огромное многоэтажное по существу здание с страшно тонкими стенами, которыми держат такие вынесенные наружу руки, которые называются аркбутанами и контрфорсами. Вот контрфорсы – это опоры наружные, а аркбутаны – мостики, переброшенные к стенам готических соборов, которые на самом деле и держат и передают конструкцию. Но это не все. Там есть масса загадок, тайн. Там было очень интересное использование железа. Причем непростые какие-нибудь тяги железные там скрепляли конструкции. Там делались спиральные такие соединения, которые работали невероятно сложным. Мы все технологии образом сейчас можем воспроизвести? Мы не можем даже разгадать много. О, как. И, например, вот роль бетона в средневековой архитектуре. Ведь бетон был открыт древними римлянами и был передан средневековью. Он не использовался там так, как сейчас. Панели не делали. Но, например, вот своды готических соборов покрывались тонкой оболочкой такого соединительного раствора, типа бетон, как теперешний, напоминающий теперешний бетон, который работал как цельная оболочка на все здание. Это совершенно другой принцип, невероятно прогрессивный. Это то, к чему мы должны стремиться. Дмитрий Олегович, ну, мы знаем, что в нашей стране, и в Москве, в частности, многие направления в архитектуру представлены многими строениями. Дом Пашкова, Центробанк, Третьяковская галерея и много-много другое. Это барокко, классицизм, модерн, эклектика. Скажите, пожалуйста, а как бы вы могли бы охарактеризовать сейчас современный стиль? Вы знаете, вот современный стиль еще надо найти. И это огромная проблема. Потому что у нас сейчас сколько угодно стилей. Многие архитекторы, вот, особенно в 90-е там, годы, в начале 2000-х, увлекались модерном. У нас появилась масса вот, стилизации или подражания модерну в центре, особенно города. У нас можно найти дома и в духе барокко. У нас сейчас можно найти почти любой стиль. Это вот современно строящийся. Современно строящийся. Можно найти и, конечно, и авангардные дома. Вот хай-тек, какофония. Вот любая, деконструктивизм, самые новые направления. Нет такого направления не только в современной мировой, но и вообще в исторической и современной архитектуре, которая бы типа, в Москве сегодняшнего дня или там, в ближайшем Подмосковье нельзя было найти. С одной стороны, это вроде бы интересно, с другой стороны, это все-таки для города не очень хорошо. Нужно
найти какой-то новый стиль. Новый стиль теперь не может быть единым. Это не может быть барокко или классицизм, или модерн. Это должна быть, по существу, структура мышления. То, что должно быть создано и создается вот буквально на наших глазах, и особенно активно в последний вот год. Надо сказать, что Сергей Семенович Собянин и вот его команда, занимающаяся архитектурой и строительством, очень серьезно стал подходить именно к созданию новой структуры стиля и образа города. И это я говорю абсолютно искренне, не с тем, чтобы им польстить, но дело в том, что, к сожалению, этого раньше в такой степени не делалось. Вот идеальная среда для обитания человека с точки зрения архитектора, что это? Ведь мы знаем, что архитектура, наверное, возникла одновременно с появлением человека. Нужен был кров, нужен был дом. И в нашей России ведутся раскопки, выясняется, что эта наука намного древнее, чем нам казалось. Да, вы знаете, в человеке, в его отношении к архитектуре заложены настолько древние традиции, что, честно говоря, когда начинаешь это исследовать, приходишь в изумление. Архитектура, например, очень тесно связана всегда была с космосом, потому что, собственно, она и родилась в тот момент, когда люди стали делать не только шалаши там, или рыть в землянке, как это продолжалось сотни тысяч лет, или, может быть, даже миллионы, а когда они после безумно длительных наблюдений, вот, сведений, передававшихся в устной форме с поколения в поколение над звездами, сумели расставлять вот, камни или там, бивни мамонтов, или какие-то деревянные столбы, еще какие-то, так, чтобы определять время зимнего или там, летнего солнцестояния. Фактически, вот архитектура 40 тысяч лет назад умела строить календари. Фактически в пространственной форме строилось время. И это происходило не только, это вот очень хорошо исследовано в Англии, в Стоунхендже, в знаменитом под Солсбери, это всем известным, но пришло в Англию это на 30 тысяч позже, чем на территорию нашей страны. Потому что подобные комплексы на Алтае существовали уже 30-40 тысяч лет до нашей эры. И строились, как это неудивительно, из вымоченных в воде крупных костей и бивней мамонта. Их вымачивали в воде, потому что они тогда держатся значительно дольше. Но суть в чем? В том, что архитектура была с самого своего рождения связана с жизнью природы. И вот это и есть идеальная архитектура сегодня. То есть архитектура – это прежде всего определенный совершенно смысл мышления человека. И второе – это, конечно, красота, эстетическое начало, совершенно необходимое. А эстетическое начало может жить только в дружбе и в контакте с природой. Потому что и с еще одним, конечно, с историей. Вот это три основы архитектуры современной, которые должна быть. Это глубокий смысл, заложенный в здании. Здание не должно быть просто функциональным. Второе, красота, основанная на экологическом равновесии, на взаимодействии с природой и обязательно дружественное отношение к истории, не нарушение того, что было сделано до тебя, а сохранение памяти. В 80-х годах, когда я служил в вооруженных силах, я там познакомился с вашими выпускниками вашего вуза, выпускниками МАРХИ. Их было 4 человека, и каждый из них умел прекрасно чертить, прекрасно рисовать. Но тогда не было компьютеров, не было компьютерных программ. Скажите, пожалуйста, вот за эти годы после появления компьютеров, компьютерных программ, как изменился студент? В нашем институте мы изо всех сил
стремимся сохранить традиции вот, классической архитектуры. Поэтому у нас мощная программа по ручному рисунку, скульптуре, живописи. И у нас вступительные экзамены очень тяжелые. И на них довольно приличный конкурс, который не падает, а наоборот растет в последние годы. И мы совершенно сознательно соединяем вот те части программы. Институт старый, ему около 300 лет. И некоторые наши задания, они делались и в 18 веке. Но в значительной степени, конечно, мы переходим на компьютерное проектирование. На старших курсах, конечно, только компьютерные. Но люди у нас талантливые. И то, что они умеют рисовать сами, это не просто помогает, это делает их компьютерное проектирование проектированием другого уровня, что очень удивляет, например, наших зарубежных коллег, которые рисовать разучились. Например, в американских университетах, в большинстве, в архитектурных факультетах их не учат рисунку совсем. То есть они пользуются только компьютерами. Да, вот я преподавал в Иллинойском университете, в одном из лучших в Америке, в Чикаго. И, вы знаете, однажды меня пригласили на просмотр эскизов, и я очень долго не мог найти, где это вот просто находится, потому что я ходил мимо и думал, что это какая-то детская студия. Так плохо они, в общем, какими-то так вот именно по-детски, ну, неплохо, но по-детски именно рисовали. Вот поэтому я вам и задал этот вопрос, я подразумевал. Конечно, там даже американская культура очень хорошая, продвинутая, современная, но художественного начала и художественного потенциала в обучении в артурных школах на Западе сохранилось меньше, чем у нас. И это оценивают не только там российские специалисты. Наш институт целый прошлый год обследовала комиссия ЮНЕСКО и Международного союза архитекторов. И они признали, что такой тип образования, где соединяется ручной рисунок и черчение, и отмывка там, китайской тушью с самыми современными компьютерными методами проектирования, что она должна существовать. И они дали нам, как они написали, полную и безусловную аккредитацию для того, чтобы наш диплом признавался во всех странах мира. И это утвердила специальная комиссия совместная вот, ЮНЕСКО и Международный союз архитекторов и поддержала голосование Конгресса Всемирного союза архитекторов в октябре прошлого года в Токио. Дмитрий Олегович, ну а теперь традиционный блиц-опрос. Главная черта вашего характера? Ну, я надеюсь, что это толерантность. И все-таки желание работать с людьми, имеющими самые разные мнения. Ваша настольная книга? Вот настольных книг у меня много. И я очень люблю вот Германа Гессе из такой вот тоже 20 века. Но часто читаю и Библию. Кто для вас авторитет в архитектуре? Знаете, я как историк архитектуры должен сказать, что авторитетом для меня является вот это многотысячелетнее развитие архитектурной профессии и окружающего человека мира. Не только отдельные гении, их было очень много. Я многими восхищаюсь, очень люблю. 25 лет я потратил изучение всего лишь одного архитектора, Чарльза Камерона, который построил Павловск под Петербургом и вот, интерьеры в Царском селе, Камеронову галерею, которую воспитывал Пушкиным. В целом, для меня авторитетом является скорее вот вся история архитектуры, ее закономерности, ее принципы и возникшая в результате ее развития среда. Сколько длится ваш рабочий день? Ну, обычно часов 12-14, как минимум. Ваш любимый город? Я имею в виду не архитектуру, а просто любимый город. Я, как ни странно, люблю Москву.
Хотя одно время я ее как-то очень к ней относился болезненно, только когда видел, что как много разрушается. Но когда понял, что все-таки кое-что, может быть, можно изменить, и, может быть, можно хотя бы попытаться воспитать тех людей, которые изменят, я стал любить Москву больше. Но если бы мне кто-то сказали, где, куда бы поехать, я бы поехал в Петербург. Что ж, огромное спасибо, что пришли к нам в студию, а нашим телезрителям я напоминаю, что сегодня в гостях программы «Слово ректора» на телеканале «Просвещение» был Дмитрий Олегович Швидковский, ректор Московского архитектурного института. А теперь передаю слово ректору. Прошу вас. Очень хотелось бы, чтобы как можно больше молодых людей пришло в нашу специальность, в архитектуру. Потому что только в архитектуре человек может в полной мере отдать себя сотворению собственного мира, такого, как он хочет. Ну, недостаточно хотеть. Надо еще понимать, что это создание нового мира, новой жизненной среды для человека, архитектуры, это не только желание, не только мечта, но и очень серьезная обязанность, когда нужно уважать историю, уважать природу, уважать коллег, потому что здания должны соединяться друг с другом в гармоническое целое. И главное, любить людей, потому что среда, которую создают архитекторы, должна служить для их, возможно, лучшей жизни. И архитекторы могут в этом помочь очень серьезно. Всего хорошего. До свидания. До свидания. Спасибо.